Балашовский слюдокомбинат. Цех первичной обработки. Право сдавать продукцию без ОТК добиваются члены бригады Любови Павловны Гусевой. Они поддержали инициативу комсомольцев Ленинграда в честь юбилея октября работать под девизом «60 ударных недель, 60 ударных вахт». Этот почин нашел широкий отклик и в других цехах. 150 килограммов радиодетальных подборов дополнительно, значит, больше будет телевизоров и радиоприемников.